Сегодня у нас Малый Престол в нашем храме, поскольку храм освящен в честь Василия Кесарийского и Каппадокийского. И он поминается не только в день своей памяти на 1 января по Юлианскому календарю, но также поминается он в соборе святых трех учителей. Значит, смотрите, что для нас с вами может быть интересно и важно. Праздник вырос из греха. Началом праздника был грех народа. Ну, грех, заключающийся в одном и том же. Потому что люди не желают меняться и остаются такими, какими они есть. Упертыми, самолюбивыми и уверенными, что они правы. Это некая общая беда всех людей всегда. Одному преподобному отцу было показано такое видение, как два человека несут в церковь бревно, которое по ширине шире, чем двери церкви. И они, ну ясно, несут его, упираются в стены церкви, как бы, и психуют, там дергаются, орут друг на друга и дерутся, и все равно продолжают нести бревно, как бы, вот так. Говорит, ну надо повернуть бревно, как бы, вот так, если нужно занести. Зачем-то бревно это нужно в церкви, потому что вперед вот так надо нести, а не так. Они, нет, вот так, и вот это. И это, как бы, такое видение, было ему сказано, что эти люди хорошие, они набожные, они верующие, но они упертые, и каждый из них думает, что он прав. Это образ наших отношений в мире. Каждый думает, что он прав. И вот что было в Константинополе. Константинопольцы любили Василия Великого, потому что любит весь Восток. Ну, Запад тоже, но меньше, потому что он все-таки больше восточный епископ. Константинопольцы любили Григория Богослова, потому что Григорий был какое-то время патриархом Константинополя, эту кафедру возглавлял. И константинопольцы любили Иоанна Златоуста, потому что он самый известный патриарх Константинополя, ну, архиепископ Нового Рима. Да, и они как бы любили всех трех. Ну и там много еще есть кого любить, там полно святых. Но они, видите, начали на каком-то этапе, значит, жизни спорить и ссориться. А кто больше? Василий или Григорий или Иоанн? Они говорят, да нет, ну конечно Василий больше. Говорят, да что Василий больше? Григорий больше. Да заткнись ты, Иоанн больше. Ну и поехал. И это вот эта вот святая дурость доходила до того, что люди готовы были поубивать друг друга. Слышите? То есть предмет спора был, ну святой. А какой святой больше, Серафим Саровский или Сергий Радонежский? Ну Серафим больше, а что больше? Ну Божья Матерь там 14 раз являлась там, к Сергию один раз. Да не, Сергий больше, он жил там древнее, там раньше, на нем все выросло. Не было бы Сергия, не было бы Серафима. Да не, Сергий больше, не Серафим больше. Да заткнись ты, сам заткнись. Да сейчас челюсть сломаю, я тебе сейчас сломаю сам. Все, праздник. Кто больше, Серафим или Сергий? Может быть такое? Постоянно. Люди такие странные животные, что они могут ссориться не только на предметах, но явно там, это, там, ну, скажем, это моя там, кусок поля, что ты тут забор поставил? Там? Знаете, что за метр земли на участке пастбища люди убивают друг друга лопатами, а если есть огнестрельное оружие, то застреливают друг друга там, за яблоню с яблони, за яблоко одно сорванное, и за то, что там твоя коза в моем огороде там капусту пожрала. Убивают друг друга. Это понятно. Здесь как бы все страшно, но понятно. Но люди, оказывается, могут драться и ссориться из-за святых. Кто больше? Иоанн, нет Василий, нет Григорий. Нет Иоанн, нет Григорий, нет Василий. Все. Константинополь на какое-то время разделился. Люди стали спорить, ссориться. Говорят, ты кто? Я за Василия. Ах ты Василий, поганый. А ты кто? Я за Григорий, ничтожный и так далее. Понимаете, что такое люди? Таким животным жутким, сумасшедшим Господь пришел. Господь сошел с неба на землю, как зверинец сумасшедший. И Он дал Себя нам, и мы не только из-за греха грешим, а мы даже грешим из-за святого. Мы даже святое превращаем в повод согрешить. Что такое люди? Вот ужас какой. И так было в Константинополе. Эти дурные константинопольцы, значит, ну, бесновались по части вопроса, кто больше. Какая тебе разница? Сидишь клоп за обоями и решаешь, там, кто, понимаешь, в Царстве Небесном больше. Но это была серьезная проблема, и для того, чтобы ее решить, нужно было, чтобы вмешалось небо. То есть для того, чтобы решить наши проблемы,
нужно, чтобы вмешалось небо. Уже на земле земные проблемы не решаются. Это еще одна очень серьезная вещь, это тоже откровение. Как сказал Эйнштейн, простите меня, процитирую этого известного физика, он сказал, что любая проблема не решается на том уровне, на котором она возникла. Для того возникла проблема. Для того, чтобы решить проблему, нужно подняться на уровень выше. Любая проблема решается на уровень выше того уровня, на котором она возникла. И в семье, и в государстве, и в мире, ну везде. Вот муж и жена поссорились. Если они будут стоять на своем, он на своем, он же по-своему прав, а она по-своему тоже права. Все, война до смерти. Нужно подняться на уровень выше. Надо, чтобы Бог вразумил кого-то из них, первого, чтобы сказал, прости, мне не прав. И тогда лед тронется. То есть любая проблема решается сверху, снизу ничего не решается. И в государстве это очень важно, и в обществе важно, и вот в любом коллективе, учебном, рабочем это очень важно. Любая проблема решается при помощи свыше. То есть Бог должен это вразумить. А на уровне возникновения проблемы, проблемы не решаются. Люди как бараны бьются друг с другом лбами. И без толку. Мы это видим постоянно. И на себе, и в мире. И вот решилась проблема так, что эти три человека, о которых спорили в Константинополе, явились одновременно епископу города Константинополя, патриарху. Одинаково явились ему все, как вот мы их на иконе видим, и сказали ему, скажи пастве, чтобы не спорили, мы все в одной славе. То есть мы одинаковы. Конечно, жизнь у всех разная, кто-то умер постарше, кто-то помладше, у кого-то вся семья святая, как у Василия и Григория тоже, а у кого-то нет, никого не было, у Иоанна только мама одна. Вот, кто-то там, значит, ну скажем, умер своей смертью от болезни и измождения, а кто-то умер в ссылке. В общем, они там, разница есть, но, конечно, разница есть в любых трех человеках. Значит, но они в одной славе. И это божественное вмешательство положило конец сумасшествию жителей Константинополя. Такими же сумасшедшими могут быть жители любого города. Это не в упрек константинопольцам, это вообще в упрек всему нашему роду человеческому, потому что мы все такие. И вот, братья и сестры, что здесь можно вытащить? Мы уже, в принципе, вытащили все, что могли из этого для нас. То есть, во-первых, конечно, мы должны понимать, насколько испорчен человек, что он может превращать в повод для злобы, греха и ссоры не только откровенно греховные какие-то мотивы, но даже святые. И церковь страдает из-за наших этих страстей, потому что и церковь вечно всю свою историю, церковь мучится от того, что, понимаешь, решаются какие-то странные, ненужные вопросы. А кто старше? А кто больше? Там Рим, там, скажем, там, или Антиохия, там, или Рим, там, или Александрия. Тут они спорят, даже бодаются, а из этого погибают миллионы душ. Это совершенно лишние вопросы. Кто больше? Что, Евангелие, что мы не читали? Там написано, кто хочет быть больше, будь всем слуга. Хочешь быть самый больший, будь всем раб. Там же написано. Что тут спорить? Хочешь быть больше, будь раб. Все. Нет, спорят, понимаешь. Вот спорят о том. Короче, все святое превращается в повод для того, чтобы поссориться. Это первый великий урок. Поэтому, когда вы видите погибающий мир, то вы должны понимать, что мир погибает не только из-за грехов. Это, в принципе, понятно. Но мир погибает из-за неправильного отношения к святости. Когда, например, человек был, допустим, в Оптиной пустыне, был у святого Серафима Авдивеева, там был в Троице, там много раз, например, был в Иерусалиме, и вместо того, чтобы смириться от этого всего, он возгордился. Говорит, я был там, я был там, я был там. И святое может прийти человеку в осуждение. Понимаете? Вот в чем беда еще. Беда именно в этом, собственно. Не в том, что грехов много, в том, что даже святое не спасает, а рождает, ну, вот, высокоумие всякое там, да, и так далее. Потом вторая очень важная вещь, это то, что да, то, что мы процитировали с вами это Альберта Эйнштейна, что ни одна проблема не решается на уровне возникновения, нужно подняться выше. То есть все, что у нас есть как проблема, оно решается только сверху. Есть проблема там мамы и детей, проблема там, скажем, родителей там, и взрослых детей, проблема мужа и жены, проблема там не знаю кого еще. Без молитвы, если Бог сверху не решит эту проблему, ты сам ее так лоб в лоб не решишь. И наше сегодняшнее празднование родилось из греха.
То есть Господь Бог такой мудрый, что Он все наши ошибки превращает в наши триумфы. И нет такой сложности житейской, которая не могла бы так вывернуться хитро, чтобы превратиться в славу. Поэтому, когда у нас есть проблемы, они у нас будут всегда проблемы. Какие-то страхи, какие-то сложности, какие-то нехватки, там недостатки, какие-то там спорные всякие случаи, то, в общем-то, нужно, конечно, это трудно понимать сразу, но потом нужно понять все-таки, что все наши сложности – это место действия Божьей силы, потому что из наших сложностей вырастают триумфы Церкви, победы Божьей, праздники Церкви. Вот сегодняшний праздник вырос из греха. Гляньте, люди праздны, у нас трехсвятительские храмы в каждом городе есть, в большом. Переулки, улицы, площади трех святителей, там и Василий, и Григорий, и Иоанн не забываются никем. И всегда кучкуются вместе, в сознании нашем они вместе. А все выросло из-за того, что люди просто бессовестные болваны. Они все святое перепутали с грешным, как бы, и поссорились. Но Бог это все решил, как бы, и получился праздник. Так что все наши проблемы, это же, в принципе, будущие праздники. Например, человек тяжело заболел, там, значит, и впервые на одре болезни покаялся. Вот. И Господь исцелил его прям чудесно. А сколько таких случаев есть? Миллион. Вот человек, например, вот лежат там в большой палате, например, там 25 человек. И никто из них не кается. Всем плохо, но никто не кается. А один кается. Вот его и исцелит Господь. Допустим. Я не скажу, что это он там выздоровел, а я не выздоровел. Ну и так и дальше буду жить без покаяния и молитвы. Он возьмет и выздоровеет. И для него эта больничная палата станет царским чертогом. Для него день болезни будет днем спасения. Для него, значит, этот тяжелый недуг будет днем перелома жизни. Все грязное станет чистым, все дурное станет мудрым. И все темное будет светлым. И его страдание превратится в триумф. Понимаете? Болезни – это очень важные места, больницы. Как говорят нам преподобные отцы последних времен, что, например, и лекарство от рака известно. Но Богу не угодно его открывать, потому что через раковую болезнь наполняются обители райские. Людям нужно каяться, они каяться не хотят, только через болезни каются, еще худо-бедно. Как преподобный Паисий говорил. Ну и вообще, как бы, страдания, они же спасают людей. И если бы не было больниц, то было бы гораздо меньше спасенных. Именно в больнице люди начинают каяться. Это не значит, что, как бы, что нужно обязательно заболеть, чтобы уверовать. Нет, верить нужно без болезни. Но если ты такой твердый, тупой и упертый, что ты иначе ничего не понимаешь, то тебе придется заболеть. Или попасть там куда-нибудь там, в камеру предварительного заключения, или лишиться имущества, или попасть там, как бы, на страшные ножи там, с каким-то злым арендатором или там, кредитором. Короче, не хочешь любить Бога просто потому, что ты человек. Будешь Бога любить, потому что попадешь в беду. И из беды будешь уже Бога звать на помощь, и Бог поможет тебе, и прославишь Его, и твоя беда превратится в праздник. То есть вот такая вот странная история человеческая. Поэтому беды наши – это возможный триумф. Вот. Я был нищий, так сказать, Господь возвел меня, я был там дурной, там Господь вразумил меня, я был грешный там, и безумный, Господь просветил и спас меня. Так что вот сегодняшний праздник – это один из таких вот интересных праздников, который возникает из наших ошибок, что Бог может из ошибок делать нам торжество. Вам же, дорогие христиане, я позвольте посоветую, чтобы вы никогда ни с кем не ссорились, ни о чем. Не только о святом, но даже и о грешном. Чтобы вы не спорили, что у вас на земле не было врагов. Когда у вас не будет на земле врагов, тогда-то у вас и появятся враги. Ну, в том смысле, что когда ты ни на кого не злишься, тогда все злятся на тебя. Потому что если у тебя в сердце нет ни на кого обиды, то почему-то ты превращаешься в раздражительный фактор. С тобой не посплетничаешь, с тобой не поосуждаешь, с тобой не помоешь кости никому, потому что мне это неинтересно. И тогда, ну, что это такое? Ну, в общем, я желаю вам сегодня, чтобы вы ни с кем не ссорились, и ни с кем не спорили, ни с кем не дрались, и ни с кем не решали никаких больших проблем. Не только в грешных делах, но и в земных, в таких святых делах. Например, там, какой святой больше, чтобы у вас не было таких споров. Это первое. Второе, я хочу, чтобы вы запомнили из сегодняшнего нашего слова короткого, что
что у нас у всех есть свои проблемы, и они решаются только сверху. Подавляющее большинство всех наших проблем – это проблемы, которые мы решить не можем. Нужно, чтобы была помощь Божия. Нужно подняться на ступеньку вверх, и тогда оно решится. Поэтому нужно искать, говорит, «возведох очи мои в горы, отнюдь уже приидет помощь моя». Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Это нужно тоже с собой иметь. Всегда. Что бы ни было. Даже если просто колесо пробьет на дороге, даже если просто, не знаю, свет в поселке погаснет, даже в этом случае, когда проблема чисто техническая, все равно нужно молиться. Все равно нужно молиться. Потому что без молитвы ничего не движется. А с молитвой все решается. Ну и, наконец, третье, то, что мы сказали, да, что все-таки проблемы наши – это возможность того, что это будет праздник. Когда еще праздновать праздник? Вот, например, я лично был в Карпатах, когда еще в Украине служил, мы ездили по Карпатам, по селам, по горным, в храмах разных, на праздники бывали там. И там, например, есть храмы, построенные в честь прекращения чумы. Вот чума косила села. Люди перепугались, начали крестные ходы ходить, начали поститься, начали прощать друг другу грехи, прости меня, может, умрем. Бог простит и меня прости, может, умрем. И начали плакать, начали читать молитву, там, начали, короче, покаянный труд. И вдруг какая-то чума шла, бах, остановилась. И вот в селе, в котором она между селами, где она остановилась, стоит церковь в память избавления от беды, избавления от болезни. Это что такое? Это праздник, возникший из беды. Да все наши праздники возникли из беды. Так что там, где есть беда, там будет праздник. Понимаете, как интересно? То есть, если есть вера Божия, если мы с Духом Святым живем, и с Христом Иисусом, то там, где есть беда сегодня, там будет праздник. С Богом. Без Бога ничего не будет. Без Бога будет, как была беда, так беда и останется. А если мы с Богом это решаем, то будет праздник. Вот такие три урока мы сегодня можем унести с собой из этого святого дня Василия, Григория и Иоанна. Молитвами этих трех великих человеков и всех святых их сродников, милосердный Господь наш Иисус Христос, да вспомнит и о нас, всех празднующих память трех святителей, и да простит нам Христос в очередной раз грехи, как Он постоянно делает, постоянно прощает нам грехи, еще раз да простит, да помилует, да благословит, и на всякое доброе дело да наставит нас Господь за молитвы святых трех святителей. Аминь. С праздником и Богу слава.